Всем привет, друзья! С вами Леонид Паровозов, и сегодня у нас будет обзор модели сочленённого автобуса Икарус 435.17. Итак, поехали! Этот автобус особо большого класса вместительности, выпускающийся с 1995 по 2002 год на заводе Икарус. Всего построено 365 машин. Максимальная скорость автобуса 113 км в час. Длина автобуса 17 метров. Ширина 2,5 метра. Высота 3 метра. Количество дверей 4. Все прислонно-створчатые. На данный момент эксплуатируется всего одна машина в Москве. Итак, переходим к самой модели. Вот так вот выглядит сама модель. Вот у него такая вот передняя маска. Чуть вот с таким вот выпадом вперед. Также еще можно заметить, что у автобуса выгнутая крыша. Тут такие вот находятся люки для проветривания, место сочленения. Это сторона автобуса с дверями. Двери не объемные тоже, как бы. В принципе, как бы ничем не отличающиеся. Это вот задняя маска автобуса, а она у меня чуть-чуть помялась, ну ничего страшного. Как вы смогли уже заметить, колеса у автобуса не объемные, а вот такие вот пластинчатые. Но, в принципе, в целом автобус смотрится весьма неплохо. Что ж, это был обзор модели автобуса Икарус 435.17. В будущем будут обзоры модели автобусов, троллейбусов, трамваев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.